Хей, гайцы, вам шумки, мы продолжаем проходить игру по названию Vigil. Ну что, в принципе, манай только 5 часов, уже так темно, нихера себе. Погнали в мельницу, как она называется, мельница, а не шахта, почему-то. Слушайте, я вот не знаю, стоит ли. Катакомбы. Ладно, посрать. Портрет. Герцога... Ни музыки, ничего. Герцог Стюарт заседал в тайном совете и курировал деятельность опять и... портов. Его мудрые решения принесли людям богатство и процветание. Откуда я мог знать, что того нужно, блядь, было найти, чтобы получить его часть силы. Так, у меня есть только 4 портрета из 7. Позволь дать тебе совет, дитя. Сесил. Не пользуйся чужой слабостью и бедой. Может, тебе и удастся прикупить что-то по дешевке. Но дешевый мусор мусором быть не пристанет. Никогда не покупай дешевый корм. Или ограда не защищает цыплят от мусоров. Держи птиц у себя дома. Цыплята в безопасности. Они еще нас переживут. Слышал когда-нибудь о пятнистой кошке? Милая зверюга, но питается цыплятами. Нет, не знаю. Текила. Так, огненная стрела. Вариант. Деревня слишком громкая. Давайте в канализацию. Блин, я не знаю, вот у меня два варианта. Сходить еще в канализацию и сходить в этот. Как она называется? В окрестности. В лес. Ну, погнали в канализацию. Дверь заперта. Я ваншотчик, нормально. Прокачать на максимум, что ли? Блин, мне бы топор... Ну я не знаю, урон, ну что здесь? Особого действия. Что значит времени заживления? Точная атака, после которой враг дольше добавляет 0,1 секунду к времени заживления. Что такое время заживления? Я не знаю, что это. Враги не могут сбить вас, вашу зарядку атаки.
Повышает скорость восстановления магии. Снижает негативное влияние. Нафиг. Урона. Отражает 30 полученного урона. Сохранить предмет шанс. Подожди, так. Пускай будет. Нельзя открыть с этой стороны. Ладно, не туда, не туда. Давайте тогда... Блин, я не знаю, куда идти. Вот ей-богу, я не знаю, куда мне идти. Я такой, чтобы сейчас все-таки сходить наверх и пойти в лес. Тебе не кажется, что мы должны помогать гражданским, а не торчать тут на заставе? Нет. Надо оставаться здесь. Это замедлит распространение чумы. Но фактически мы ведь все равно в городе, так? Разве это само по себе не опасно? Короче, хер его знает. Пока что делаем таким образом. Нельзя открыть с этой стороны. А, вот стоять церковь. В связи с опасностью доступа на кладбище закрыт по настоящему... Так. По настоянию церкви. Добровольцам, желающим помочь в устранении угрозы, просьба обратиться к капитану Атласу на заставе. Пойдемте в библиотеку, посмотрим, что тут изменилось. Каждую осень наступает день, когда луна светит особенно ярко, а лунный свет, скользящий по воде, столь же прекрасно, как лик сестер-близнецов. Сатис Ларий Мраби, богиня красоты. Можно использовать для украшения комнаты. Поддержка королевского двора возродила к жизни гавань Майя. Теперь на ее месте оживление торговое место. Здесь продают экзотические диковинные еду, специи и драгоценности. Потрепанные бумаги. Жители Майя занимались горным делом в секретных пещерах за горой, но после происшествий их закрыли. Развитая дренажная система показывает великие цивилизации. Примером этому служат стоки города Майя. Разветвленная канализация сети эффективно собирает и сливает отходы в океан. Нифига себе.
То есть вы понимаете, что мы все-таки в будущем? Чели хотел поделиться частью своей силой. Силой, где он исчез. Я нихера. Я бы такое делал. На героиню. Ну что, давайте. В смысле, закрыто? Не знаю, насколько оно увеличит урон. Но походу ни насколько вообще не увеличит. Как-то дошел. Хорошо, потому что я улучшал. Улучшай, не улучшай меч. А меч все равно херовый. Я просто понимаю, что... Куда я могу идти, куда я не могу идти. Так, сельский лес. Ну, погнали в лес. Я просто куда-то иду, я не понимаю, куда я иду. Просто куда-то иду. Сама с Томасом говорим? У меня терпение кончилось. Я больше так не могу. Это какой-то ад. Мы не найдем здесь никакого золота. О каком золоте ты толкуешь? То только плазмодий золотой слизи есть. Значит, золото должно быть в нем. Не слушай дурака, милочка. Из-за него мы застряли в этой дыре. Я ничего такого не сказал, это ты никак не заткнешь, тупица. Ты хотел что-то сказать? Да ладно. Эй, дорогуша, хочешь заработать? Я? Заработать? Видишь, так и знал, что ты собираешься это сказать. Умолкни. Разбогатеть, да? Ты можешь помочь мне собрать золотую слизь, она кажется очень ценной. Чего ты взял? Я... Нигде никогда ни золотого слизня не слышала. Ни разу в жизни. Темная и цена. Это большая редкость, если найдешь ее, прикосни... Так, приноси мне. Я дам тебе за слизь свой роскошный лук. Так дай прямо сейчас. Зачем он тебе? И то правда. Возьми и стрелы. Главное, отыщи слизь.
Окей, буду знать. Озеро Байфонд, шахтерский лагерь Майерс. Ладненько. Музыка громкой стала. Хоть осудишь, что сервер носит большой урона нежитим. Лук, сделанный с использованием современных технологий, обладает повышенной пораженной силой. Ладно. Я не знаю, что... Новый уровень, неплохо. Так, надпись. Где улучшенный урон? Кольцо с шипами наносит урон при кувырке на врага. Неплохо. Воу! Тихо, это живая херня. Я только заметил. Ладненько. Ох ты ж, ё-моё. О! Пошёл воп. А, да ладно. Так, с
сейф немного ниже, да? Окейшки. Что-то упала цена. Ну, по сути, обычные крысы. Да ёлы-палы. Так, окей. Блин, я... Ладно. Что-то хотя бы такое. Пара двухцветных змей. Бескрайняя пустыня. Ауман нашел двух змей, чьи шипение могло лишить разум. Воспользуйтесь этим предметом, чтобы ненадолго ослабить сопротивление всех монстров. Так, окей. И что дальше? Я куда-то иду, я не знаю, куда я иду, но куда-то иду. Тайный путь. Окейшки. Не знаю, что там. Теперь понял, что там.
Странно, потому что там пути есть, но туда я попасть не могу. Я просто грохнулся. И замечу, что я выжил, но у меня эффект пропал предмета. Старый доспех, забытый доспех. Очень красивый. А, то же самое. Защита 9. Стойкость падает. К сожалению, оставлю этот. Тут я понял, что мне туда попасть только сюда. Хотя это тоже место, где были когти. Смысл мне от этого осколка, если он ни хера не дает. О, эти остались здесь. Я думал, вы уже все. Подохли навсегда. Степени попасней. И постремней. Thank you.
я все равно туда сейчас приду. Если лифт найду. Так, защиты больше, стойкости больше, метание, шанс получения предмета, здоровье повышается. Да уж. Что это за насекомые зеленые летают? Они очень опасны. Можно использовать для украшения комнаты. Муха с лицом на спине. Ага. Как украшение. Понятно. Окей, зелье исцеления. Мрачное место, очень мрачное. Тайный путь. Мухи-цуцидники. Навыки. Окей, что теперь будем прокачивать? Давайте... Ну, ХП я не знаю, скорость восстановления выше на 20. Пускай это будет. Только не знаю, для чего это. На что оно будет влиять. Да. А, стоп. Это как раз этот проход, да? Нету снаряжение, ботинки. Так, здоровье меньше, но найти предметы больше. Не знаю просто, для чего я туда сейчас иду.
Пока что... Фу, блядь. А, то есть я просто круг сделал. А тут... Куда был проход? Ладно. Не хочу огромный молот. Блин, топор похож. Вещи. Самый обыкновенный кусок древесины можно продать. Там я был. Озеро Бафон, шахтерский лагерь. Я просто куда-то иду. Я думал, на самом деле, игра будет вершина рыданий. Игра будет короткой, но нихера. Шахтерский лагерь, я не знаю, мы сюда придем. Столовая шахтеров. Мне нужно сохраниться хотя бы. Тройной прыжок нужен. Как мне наверх попасть? Облачение монахини. Особая мантия из тех... Шахтерский лагерь. Угу. Uh-huh.
Бригадир Эдвард, ты кто? Здесь опасно, немедленно уходи. Не волнуйтесь, снаружи больше нет монстров. Монстры? Это ведь были мои люди. Спасибо, спасибо, что спасла меня. Можешь рассказать, что происходит? Я не знаю, возможно, взорвался газ. Не могу точно сказать. После взрыва все будет, будто сошли с ума. Начались бросаться друг на друга. Сохранившийся рассудок кинулись к выходу. Оглянувшись, я увидел, как мои люди превращаются в монстров с мертвыми глазами и гниющим плотью. Я подорвал взрывчатку, чтобы обрушился вход в шахту, и бросился бежать с теми, кто выжил. Но выбраться из забоя удалось только мне. Там внизу остался Эдвард. Ты в бою за себя поставить сможешь ведь? Я знаю, что о многом прошу, но ведь проверишь, остался ли из шахтеров кто-то живых. Как мне попасть в шахту? Я брошу главный вход, но можно забраться поверху через вентиляционную шахту. Возьми этот рычаг, используй его, чтобы завести телегу и добраться до вентиляции. Окей. Ладненько, давайте, короче, мы с вами на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.